Так, и хочу сейчас что-то постоянное поставить. Да нет, мы сдохнем. Катя! Какое, блин, сдохнет, твою мать, а? Вот, только вот убери этот пессимизм, я сегодня пессимизм просто задолбали уже. Твоя звуковая настройки, они просто, просто, знаешь, охуевают от твоего присутствия. Они охуевают и думают, нахер, пусть это самое, помолчим лучше сегодня. Чего? О, что с тобой, чувак, ты что, что с ним было? Он как бы быковал немного сейчас, по-моему. О, я рип! Нет! Нет, я рип! Нет, не рип! Нет, рип! Так, я говорю, нужно... Так. Ты нужно играть-то нормально, да, я понимаю. Ну, руки-крюки, собственно. Так, нам надо с тобой сгруппироваться, ты где? Я тут, как всегда, трусь. Пытаюсь отработать у них мобилы и прочие. На, в щи тебе. Улетел. Молодца. Вообще, смотри, какая у меня красивая расцветка по бокам. Я как щепок. Видишь, какая у меня красная сделан. Вот ты вообще не шепокт. Ты вообще как бы напоминаешь мне гетокт. Гетокта? Гетокта. Блин, жесть. Что это такое сегодня? Там мститель. Так. Он будет мстить. Сейчас нам она. Его мстя будет страшна. Да. Так. Где там вы? Вон катает колобок. Центрёнчик? Да. Как угадала? Конечно, кто же еще тут кататься может? Нате, харю. Пощам. Кто? Какая тварь? Это девушка. Улетела. Дамочка? Да. Я так хотел с ней познакомиться. Ну, блин, чё ж это? Солдат из Battlefield, а? Вообще, чё это хуй ты? Мстителем вообще была бы шикарная пара. Нет, всё, увёл я у тебя её. Ах ты гадёныш, а? Давай. ПВП или зассал? Давай, вот этим уродом, блин. Ай! Ну и похер, я никуда не побегу. Ой, да меня даже не задело. Я вообще охрененен просто сегодня. Подождите, я снайперю дробана. Кто еще так умеет? Никто. Сейчас я вот этого засмейперю. Еще один колобок. Опа, а там девушка. Вон, смотри, в окне ждет тебя. Выбежала. Видишь? Иди сюда, моя милая, я сейчас тебя поцелую. Вот так вот. Теперь твоя. А? Ты дашь, она от меня денется. Валентинками закидаю, подарками всякими, конфетками, мапульками, сетюльками, блин. Не шутя, так. Ты ухажёр, ты пикапер. Ага, еще серенады буду петь на военную тематику. Это какую, например? Ух ты, у меня их там вообще... Куча, я вижу, я снайперю дробана. Эй, умри. Что такое-то? Спасибо, гранату кинул мне. В щи прям. Хрена! Ух ты, мы с тобой вдвоем ее разорвали. Ну, твоя! Я закончил, да? Ну, я не могу говорить за тебя. 9 дней закончил ты там или не закончил. Граната. Я не побегу никуда. Правда, рипнусь. Да ты издеваешься? Я шучу, видишь, не рипнулся. Да уж... Постарайся, да? Учитывая то, как они... себя ведут, то курят они знатно. Да, и причем не Мальборо. Непонятно, что за запретную, конечно, вещь они там. А мы загрузили. Поздравки. Мы порнуху загрузили, поздравляй. Давай смотреть, чувак, порнуху. Мы ж порнуху загружаем, да? И знаешь, я, честно говоря, не знаю. Может, не лицензионный софт какой-то. Знаешь, все время гоняться за девушками-мстителями, это как-то более наклады, чем просто взять и пойти и загрузануть порнуху. Нельзя просто так взять и пойти загрузить порнуху, как Барамир говорил, понимаешь? Гопота пришла такая, типа, хочет у нас отжать, а мы говорим, это наш район. Знаете, на пенек сели, косарь отдали, понимаешь? Косарь давай. Да. Все из магазина пошли. Да. Магазин, там магазин есть. Вот хрен его знает, они сверху вот оттуда все время идут. И потом все такие
подготовленные. Они, видимо, закупились там в магазине, то есть... Ну, а они сначала курят же что-то. Так... Слушай, мы в Голландии... Это в Голландии дело происходит, да? Там продают просто травку просто так, да? Я так понимаю. Lost Child, сказал таким прокуренным голосом мой перс. Lost Child. Как Лепс, ой, примерно. О, мне кажется, это я Лепсом играю. Просто я это Лепс. Рюмка водки на столе. А мне кем быть? Лебединским? Лебединским? А кто это же? Будь этим Шафутинским лучше, а? Лебединским. Не надо, я уж как-нибудь пешком. А пешком постоит? А, Атлас, понятно. И он так смотрит на меня, как бы косит лиловым глазом. А инженер ставит турели. Нет, он не поставил турели, потому что, чтобы неповадно было. Ой. Да блин, дохни уже ты. Твою ж дивизию, а? Да... Да шо ж такой-то? Господи ты, боже мой. Давай вот прикрывай мою попенка. А то сейчас придет Гомес какой. Фантом? Да, есть. Нет фантома. А, это турель поставили. Я вынесу. Я могу, я мужик! Давай, бро. Сделал? Побежаешь. Вот коверни-ка меня давай. Вон сверху, смотри, мне стреляет. Сейчас, там закинем. У тебя граната вниз, а опять к тебе упал, ты знаешь об этом? Да я видела, капец просто, я так к липучкам привыкла, что они это, слушаются с первого зова. Слушай, чувак, ты охеренен просто. Хэппи энд. Сейчас пошло на тут, видишь, выходит. Хэппи энд, блин. Умри. Да. Большой хэппи энд в виде атлас, который мне прям харю. Прописал, да? Ну блин, я просто про солдата, если говорю, то реально у него харя. А ты что сейчас сделал? У него такой вот этот шлем в виде хрюнделя. И я просто по-другому это я назвать не буду не могу. От него. Мы же крутые, мы затащим и так, да? Конечно. Он рипнулся, атлас, или нет? А, рипнулся. Летел, я не побегу. Я крутой. Я не умру от гранаты. Я не умер. Я же говорю. А что это я не умер-то, я не понял. Ты чё? Тут не надо умирать на самом деле. Или тебе нравится, да, мазохисты? Недоделанные. Подожди, сейчас. Так, я правильно ли я тебя поняла? Здесь не надо умирать? Я шучу. Так, что-то вроде гранат рядом была, я не понял. Так я говорю, что-то не то, смотри. Это глючит все, но честно, я вроде как должна быть надежным хвостом. Да, слушай, ты смотри, не с этим. А страшно, неплох. В принципе, такой сексуальный достаточно-таки мужчина, да? Ёп, 20-й уровень, да? Град.